Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Тараненко Дмитрий и сайт «Делай шаг». Сегодня хочу вам с вами поговорить о такой интересной вещи, как стрелочка вверх на вашем сайте. Она необходима для удобства вашим читателям, посетителям вашего сайта, чтобы одним кликом подниматься в шапку сайта. Сегодня я вот покажу на своем тестовом блоге, как ее настроить. Как видим, здесь ее нет. Переходим в консоль вашего блога. Плагины. Добавить новый. Нажимаем кнопку «Загрузить плагин». Так как он у меня на компьютер не загружен, ищем его в поиске. Ссылочка на этот плагин будет внизу под этим видео. Здесь нажимаем кнопку «Установить». Подождем, когда он установится на наш сайт. Нажимаем кнопку «Активировать». Все, наш плагин активирован, но для того, чтобы на нашем сайте стала эта кнопка активна, видим, ее еще нет. Для этого нам нужно найти наш плагин. И нажать кнопку «Настройки». Для того, чтобы включился плагин и стрелочка появилась, достаточно нажать кнопку «Включить». Но чтобы наша стрелочка хорошо вписалась, нужно пройтись по настройкам. Давайте их разберем. По сути дела, я все эти настройки разобрал в своей статье. Вот, перейдем на мой блог «Делай шаг». Поднимемся вверх и здесь видим статью про это. Там я расписал все подробно по шагам. Но здесь мы тоже пробежимся слегка. JavaScript. Это для тех, кто может настраивать JavaScript. Я решил не настраивать, поэтому эта кнопка у меня не активна. Скроллинг пикселей, на которые надо скроллить. Это функция скроллирования 100 пикселей. То есть через сколько пикселей после прокрутки будет появляться кнопка скроллирования. 100 пикселей – это через сколько пикселей от верха вашего сайта будет появляться стрелочка при прокрутке вниз. Следующий размер кнопки. Можно задать размеры, прозрачность, насколько она прозрачна. Здесь вы можете подрегулировать под свой стиль сайта. Можете ее сделать полностью прозрачной. Я практически не трогал эти настройки. Исчезновение кнопки. Это функция становится активной после того, как вы нажали кнопку вверх, и когда вы поднялись в шапку сайта, через сколько миллисекунд она должна пропасть. Скорость поднятия в шапку. Скрывать. Если вы хотите, чтобы скрывалась кнопка
что делаем ее активной. Я не трогал, мне это не интересно. Единственное, что можно вот активировать на маленьких устройствах, чтобы она не мешала и не закрывала текст. Также задать скрывать на, при маленьком окне браузера, скрывать в админке. Если это будет в админ панели, также эта кнопка появляться. Я пока не активировал, я ее пока не скрывал. Пусть она будет. Она иногда помогает, когда вот приходится прокручивать вот до конца страницы какие-то настройки или еще что-то. Вот здесь можно выбрать кнопка или текст. Если вы выбираете текст, значит вы ее регулируете под себя. Я оставляю картинку. Внизу предоставлено очень много разных картинок. То есть можно подобрать под себя любую картинку под свой дизайн. Атрибут Alt у картинки. Для того, чтобы кнопка была читабельна для поисковиков, или когда картинка ваша не отображается при каких-то обстоятельствах браузера, то будет прописываться, что это за картинка. Текст кнопки, если вы решили, допустим, вверх, чтобы посетитель мог понять, что здесь, для чего эта кнопка. Но каждый выберет для себя. Так как у меня картинка, то что я здесь написал, не имеет никакого значения. Также это будет для текстовой кнопки цвет текста, фон, и можно прописать стили, если вы разбираетесь в CSS или HTML. Расположение. Расположение я оставил снизу справа, как по умолчанию. Мне нравится, когда справа. Сверху неудобно. Слева обычно меню, тоже не очень хорошо. Поэтому я оставил. Отступы можно регулировать самим. Здесь даже подсказка. Можно даже применять отрицательное значение. Но отрицательное значение, кнопка уедет далеко за поля, и это не совсем хорошо. Фильтр. Здесь вы можете отрегулировать, на каких страницах будет включаться, в каких не будет включаться кнопка. На каких будет показываться, на каких нет. Я оставил на всех. И дальше выбираем картинку под ваш сайт. Выбираете любую картинку. Давайте я сейчас выберу. Какую мне выбрать? Вот давайте вот выберу вот такую. Если вам ни одна картинка не понравилась, вы можете выбрать адрес картинки. Вернее, вставить сюда адрес картинки и выбрать. Потом не забываем сохранить изменения. Переходим на страницу. Обновляем. И, как видим, у нас появляется кнопочка для прокрутки вверх. И когда прокрутилась вверх, она исчезает. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на новые статьи. Добавляйтесь в друзья. Рад общению. Задавайте вопросы. Все ссылочки будут под этим видео. Спасибо.